после Пасхи церковь вспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкой. Эту неделю еще называют «Неделя о самарянине». В ее лице церковь представляет нам образ грешницы, ищущей спасение и готовой услышать призванный глас Спасителя. Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос со своими учениками проходил через страну самарянскую. Ассирийский царь Салманассар покорил израильтян и отвел их в плен. А на их месте поселил язычника из Вавилона и других мест. От смешения этих переселенцев с оставшимися евреями и произошли самаряне. Самаряне приняли Пятикнижие Моисея, поклонились Иегове, но не забывали и своих богов. Когда евреи вернулись из вавилонского плена и начали восстанавливать Иерусалимский храм, самаряне тоже захотели принять в этом участие, но евреи не допустили их, а потому они выстроили себе отдельный храм на горе Хоразим. Приняв книги Моисея, самаряне, однако, отвергли писания о пророках и все предания. И за это людей относились к ним хуже, чем к язычникам. Всячески избегали какого-либо общения с ними, внушаясь и презирая их. Проходя через Самарию, Господь со учениками своими остановился отдохнуть около колодца, который по преданию был выкопан Иаковом у города Сихема, который у святого Иоанна назван Сихарь. Быть может, евангелист употребил это название в насмешку, передав его из слова «шикарь» – «поил вином» или «шекер ложь». Святой Иоанн указывает, что было около 6 часа по нашему полудень. Время наибольшего зноя, что вероятнее всего, и вызвало необходимость отдыха. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Ученики Иисуса отлучились в город за покупкой пищи. И он обратился к самарянке с просьбой: «Дай мне пить». Узнав, возможно, по одежде или по манере речи, что обращающийся к ней иудей, самарянка выразила свое удивление в том, что он, будучи иудеем, просит пить у нее, самарянки, имея в виду ту ненависть и презрение, которые иудеи питали к самарянам. Но Иисус, пришедший в мир спасти всех, а не только иудеев, объясняет женщине, что она бы не стала задавать подобного вопроса, зная, кто говорит с ней и какое счастье Бог послал ей в этой встрече. Если бы она знала, кто просит у нее пить, то сама бы попросила его утолить ее духовную жажду, открыть ей ту истину, познание которой стремятся все люди, и он отдал бы воду живую, по чем следует понимать благодать Святого Духа. Самарянка не поняла Господа. Под живой водой она разумела ключевую, которая находится на дне колодца, а потому и спросила Иисуса, откуда он может иметь живую воду, если ему и пожирнуть нечем, а колодец глубок. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? С гордостью и любовью вспоминает она патриарха Иакова, который в пользование своим потомкам оставил этот колодец. Когда Господь поднимает ее разум для высшего понимания его слов. «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». В жизни духовной благодатная вода имеет иное воздействие, нежели физическая вода в жизни телесной. Тот, кто напоен благодатью Святого Духа, уже никогда не почувствует духовной жажды, так как все его духовные потребности уже полностью удовлетворены. Между тем, как пьющий физическую воду, а равно удовлетворяющий какие-либо свои земные потребности, утоляет свою жажду лишь на время, и вскоре возжаждет опять. Мало того, благодатная вода будет пребывать в человеке, образовав в нем самом источник, бьющий, буквально с греческого «скачущий», в жизнь вечную, то есть делающий человека причастником вечной жизни. Все еще не понимая Господа и думая, что Он говорит о воде обыкновенной, только какой-то особенной, навсегда утоляющей жажду, она просит Господа дать ей этой воды, чтобы избавиться от необходимости приходить за водой к колодцу. Самарянка не поняла этих слов Спасителя и сказала:
«Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Христос, желая, чтобы самарянка поняла, о чем говорит он с ней, сначала велел ей позвать к нему ее мужа. Он сказал: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина же сказала: «У меня нет мужа». Тогда Иисус Христос сказал ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Самарянка, пораженная всеведением Спасителя, обнаружившего всю ее греховную жизнь, поняла теперь, что говорит не с обыкновенным человеком. Она сразу же обратилась к нему за разрешением давнего спора между самарянами и иудеями: чья вера правильнее и чья служба угоднее Богу? «Господи, вижу, что ты пророк», — сказала она. «Отцы наши поклонялись на этой горе». При этом она указывала на гору Хоразин, где виднелись развалины разрушенного самарянского храма. «А вы говорите, что место, где должно поклоняться Богу, находится в Иерусалиме». Увидев, что перед ней пророк, который ведает сокровенное, самарянка, обращенная к нему за разрешением проблем, наиболее мучивший самарян в их взаимоотношениях с иудеями, то прав в споре о месте поклонения Богу. Самаряне ли, которые, следуя своим отцам, построившим храм на горе Хоразин, приносили поклонение Богу на этой горе? Или иудеи, которые утверждали, что поклоняться Богу можно только в Иерусалиме? Самаряне избрали для поклонения гору Хоразин, основываясь на повелении Моисея, произнести благословение на этой горе. И хотя их храм, воздвигнутый там, был разрушен Иоанном Гирканом еще в 130 году до Рождества Христова, они продолжали совершать жертвоприношения на месте разрушенного храма. Господь отвечает на вопрос женщины, объясняя, что ошибочно было бы думать, будто поклоняться Богу можно только в одном каком-то определенном месте. И спорный вопрос между самарянами и иудеями скоро сам собой потеряет свое значение, потому что оба типа богослужения, как иудейское, так и самарянское, прекратятся в недалеком будущем. Это предсказание исполнилось, когда самаряне, истребляемые войнами, разубедились в значении своей горы, а Иерусалим был разрушен римлянами и храм сожжен в 70 году по Рождеству Христову. Тем не менее, Господь отдает предпочтение иудейскому богопоклонению, имея, конечно, в виду тот факт, что самаряне приняли лишь 5 книжек Моисея и отвергли пророческие писания, в которых было подробно изложено учение о лице и царстве Мессии, да и само спасение от иудеев, поскольку Искупитель человечества происходит из иудейского народа. Далее Господь, развивая уже высказанную мысль, указывает на то, что настанет время, и настало уже, время нового, высшего богопоклонения, которое не будет ограничено одним каким-либо местом, а будет повсеместное, поскольку будет в духе и истине. Только такое поклонение истинно, так как оно соответствует природе самого Бога, который есть Дух. Поклоняться Богу Духом и истиной значит стремиться угождать Богу не одним лишь внешним образом, а путем истинного и чистосердечного устремления к Богу как Духу всеми силами своего духовного существа. То есть не путем жертвоприношений, как это делали и иудеи, и самаряне, полагавшие, будто богопочитание сводится лишь к этому, а познавать и любить Бога непритворно и нелицемерно, желая угодить Ему исполнением Его заповедей. Поклонение Богу Духом истины отнюдь не исключает и внешней, обрядовой стороны богопочитания, как пытаются утверждать некоторые лжеучителя и сектанты, но не в этой внешней стороне богопочитания заключена главная сила. В самом же обрядовом богопочитании не нужно видеть ничего предосудительного. Оно и необходимо, и неизбежно, поскольку человек состоит не только из души, но и из тела. Сам Иисус Христос поклонялся Богу Отцу телесно, совершая коленопреклонение и падая лицом на землю, не отвергая подобного же поклонения и себе, а других лиц во время своей земной жизни. Самарянка как бы начинает понимать смысл слов Иисуса и в раздумии говорит: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все.
Самаряне также ожидали Мессию, называя его по своему Гашегеп, основывая это ожидание на словах Бытия и особенно на словах Моисея во Второзаконии. Понятия самарян о Мессии не были так испорчены, как у иудеев, так как они его лице ждали пророка, а не политического вождя. Поэтому Иисус, долго не называвший себя Мессией при иудеях, этой простой самарянке, женщине прямо говорит, что он и есть обещанный Моисеем Мессия Христос. «Мессия – это я, который говорю с тобой». В восторге от счастья, что она видит Мессию, самарянка бросает у колодца свой водонос и спешит в город возвестить всем о пришествии Мессии, который, как сердцевидец, сказал ей все, что она сделала. Пришедшие в это время ученики его удивились тому, что их учитель беседует с женщиной, поскольку это осуждалось правилами иудейских раввинов, наставлявшими, и разговаривая долго с женщиной. И никто не должен разговаривать с женщиной на дороге, даже с законной женой. А также лучше жить слова закона, чем научить им женщину. Однако, благоговея перед своим учителем, ученики никак не выразили своего удивления и только попросили его отведать принесенную им пищу. Но естественный голод в Иисусе человеке заглушали радость от обращения к нему жителей самарянского народа и забота об их спасении. Он радовался, что брошенное им семя уже начало давать свой плод. Поэтому он отказался утолить свой голод и ответил ученикам, что истинная пища для него – исполнение дела по спасению людей, возложенного на него Богом Отцом. Самарянские жители, идущие к нему, представляются Иисусу нивой, созревшей для жатвы, тогда как на полях жатва состоится лишь через 4 месяца. Обычно сеющие зерна и собирают урожай. При посеве же слов душедуховная жатва чаще достается другим. Но при этом и сам посеявший радуется вместе со жнущими, так как сеял он не для себя, а для других. Поэтому Христос и говорит, что он посылает апостолов собирать жатву на духовной ниве, которая была равноначально возделана и засеяна не ими, а другими, ветхозаветными пророками и им самим. Во время этих объяснений Господу подошли самаряне. Многие уверовали в Него уже по слову женщины, но еще больше уверовали по Его слову, когда, по их приглашению, Он пробыл у них в городе 2 дня. Слушая учение Господа, они, по собственному признанию, убедились, что Он – истинно Спаситель мира, Христос. Воскресение Твое, Христе, спасение.